Гонги заставляют воздух вибрировать вокруг себя, то есть создают мощные резонирующие звуковые волны, распространяющиеся по воздуху. Гонги работают, вибрируя на различных частотах и амплитудах. Звуковая волна, создаваемая ими, проникает в наше тело. Звуковые вибрации гонга стимулируют нервную систему, позволяя телу расслабиться, а уму успокоиться. Считается, что резонанс, создаваемый гонгом, способен проникать в тело на клеточном уровне, стимулируя глубокое расслабление. Вибрационные эффекты игры в гонг оказывают сильное влияние на физическое, эмоциональное и ментальное состояние слушателя. Звук этого самозвучащего ударного инструмента помогает сбалансировать энергетические центры тела, чакры. Вибрации стимулируют выброс гормонов, таких как серотонин и мелатонин. В результате наступает чувство глубокого расслабления и спокойствия. Звуковые волны гонга способны вызвать мощные трансформирующие переживания. Гонги можно применять для того, чтобы вызвать измененные состояния сознания. Вибрации гонга способствуют ощущению внутреннего покоя и связи с первоисточником.